В Южной Корее растет число жертв ближневосточного респираторного синдрома. По последним данным, от вируса скончались 20 человек. Ранее сообщалось о 19 погибших. Более 160 заражены. Все умершие в результате вспышки вируса либо страдали сопутствующими серьезными заболеваниями, либо находились в преклонном возрасте. Отмечу, Южная Корея стала второй в мире страной по числу заразившихся после Саудовской Аравии, где впервые было выявлено заболевание. Вирус распространился и на европейские страны. Стало известно, что в Германии еще 6 июня от связанных с болезнью осложнений скончался пожилой мужчина. Он стал первой жертвой коронавируса в этой стране.